Срыв покровов, курс молодого фермера и шанс вершить чужие судьбы интригует. Встречайте 34-й выпуск нашего классического вестника, и я его новая ведущая, комьюнити-менеджер Лискин. Привет! Кстати, не забывайте о возможности урвать 2 промокода на подписку. Увидел на экране цифры, срочно вбивай их, пока тебя не опередили. Главная новость. Мы выложили все карты на стол, а именно рассекретили наш рабочий календарь событий до конца этого года. Посмотреть его можно на форуме в разделе «Новости и объявления». Честно, это было нелегко и даже страшно, ведь некоторые из них могут быть перенесены, а многие из вас очень, но очень не любят, когда что-то идет не так. Что, все закончил? Разозлился, потому что карандаш сломал. Как вы могли увидеть в календаре, один из ближайших ивентов – арбузный. Мы планируем установить его с недели на неделю. Правила просты. Сажай семечки, поливай их с нежностью и заботой, выращивай урожай. На этом веселая ферма заканчивается. Бери специальное оружие и кромсай арбузы со всей яростью. Шинкуй говорящую ягоду до тех пор, пока она не лопнет и не оросит землю своим дропом. Хочешь получать не виртуальные подарки, а реальные? Совсем скоро будет дан старт ежегодному конкурсу «Мистер и мисс Lineage 2». Снимай креативные фото и видео на заданную тематику, получая за это крутые призы. Не хочешь участвовать? Тогда верши судьбы тех, кто хочет. Победителей определяет народное голосование. Именно тебе решать, какой девушке или какому юноше отдать свое сердечко. Я про лайки, если что. И напоминаю, что уже послезавтра, 31 августа, стартует новый классический сервер Ain Hasad. Его запуск мы запланировали на 11-12 часов дня по московскому времени. Что важно знать, мы в несколько раз увеличили респ квестовых и обычных мобов, которые требуются для выполнения цепочки заданий с 1 по 20 уровни, также для квеста на первую профессию. Такие меры были приняты, чтобы избежать очередей. А еще вам будет интересно узнать, что телепорты доступны бесплатно до 40 уровня, а рыбалка начнется с 20-го. На сегодня все. Удачи в новых начинаниях, поменьше слитых процентов и легкого гринда. Пока!